Всем привет! Обзор вкуса протеина от производителя Sci-Tech Nutrition. Это базовая серия 100% whey и вкус тирамису. Европейский производитель спортивного питания, достаточно крупный, большой ассортимент у него всякого разного спортивного питания, не только это белки и протеины, но и куча витаминов и всего-всего-всего. Так, переходим, значит, как это все употребляется. Значит, данный пакетик в 30 грамм разводится на 250 миллилитров воды. В тренировочный день употребляется после тренировки. В остальные дни одна порция в любое время дня. Так, что касается белка, 72 грамма белка на 100 грамм продукта идет, что крайне немного. Вскрываем, смотрим. Так, что-то засечка не до конца. Здесь пошла. Так. В шейкере 250 миллилитров воды. Так, что-то по краям зацепился, чуть-чуть просыпался. Так, такой какой-то шоколадный цвет. И пахнет на самом деле кофе. Так, очень жидкий, пены вообще нету. Ну, чуть-чуть совсем пены, ладно. Так, по запаху. Запах идет шоколада, причем такого насыщенного достаточно, и вперемешку как-то с кофе. Но кофе не натуральный, а такой немножко как пакетированный или вот такой порошковый. Так. Как же это все по вкусу? Пробуем. Очень похож на тирамису. На самом деле, прям, это лучше, наверное, тирамису из протеинов, которые мне удалось попробовать, а их было, наверное, штуки 3 до этого. Точно был MyProtein, точно был BioTech USA. И вот этот вкус, он наиболее близок к оригинальному вкусу пирожного тирамису. Достаточно приторный, очень сладкий, перенасыщенный сладкий. Лучше разбавлять на большее количество воды, но это опять же такая вкусовой момент. Кому как больше нравится, кому послаще, то на 250 я бы еще 100 миллилитров воды бы сверху бахнул смело. Вкус хороший, мне понравился, на 4,5 точно тянет. Особенно зайдет сладкоежкам, опять же, но по белку могли бы, конечно, побольше сюда добавить в общую массу. А пока, ну, так себе. Вот, но вкус зачетный. Такой обзор быстрый. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.